Привет всем! Вот так вот расцвел дурман. Аромат стоит тоже очень приятный. Такие вот цветы. Большие достаточно. Ну, повторюсь, очень ароматные. Такие вот белые фонарики. Расцветают новые вот эти вот цветочки. Они практически, наверное, каждый день зацветает, увядает и потом расцветает новый. Очень много вот новых таких вот соцветий. А вот это вот отцветший вот такой вот. И вот уже образуются такие шишки с семенами. Такие колючие-колючие. Поэтому очень хорошее растение. Кстати, рассада была небольшая, была жара, когда высадили ее. То есть он, в общем, очень живучий, этот дурман. Поэтому удобен в выращивании. Ну и вот так вот красиво цветет. Листва очень опрятная, красивая, но такая сильно растущая. То есть здесь у нас еще тенек. Не такой, как бы, крупный. То есть не на южной стороне растет, а на западной получается. А на южной стороне он будет, наверное, еще больше и быстрее расти. Поэтому как бы место нужно такое подобрать, чтобы он никого не притенял, не угнетал. Но так вот очень красивое такое растение. Главное, быстро растет. Красиво цветет, приятно пахнет. И вот такой вот создается очень красивый внешний вид на клумбе или просто в каком-то небольшом палисадничке. Название вот этого вот дурмана — трубадур. Поэтому, если кому понравился, можете покупать и выращивать.